22 июня, ровно 80 лет назад, на нашу землю напали вооруженные войска Германии. Великая Отечественная война стала жесточайшим испытанием для нашего народа. И в этот день мы по традиции отдаем дань памяти великому поколению победителей, нашим героям. Тем, кто завоевал для нас мирное небо над головой, обеспечил беззаботное и счастливое детство для наших детей. В этот день по всей стране состоялись памятные мероприятия. На зданиях госучреждений были приспущены государственные флаги. Минутой молчания и возложением цветов почтили память советских солдат. У обелиска воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в районном центре глава района Заур Хамирсов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, заместители главы района, глава Кашхабльского сельского поселения Хазрет Борсов. Хранить память о наших героях – святой долг каждого из нас.